Всем привет, ребят. Кто-то откупает акции российские сегодня, но я предпочитаю лучше на них зарабатывать, чем набирать опять лосей в портфель. Продолжаем шортить Сбербанк. Все те же сделки, которые у нас были открыты на прошлой неделе, мы так и оставили. Сегодня с утра не закрывались, поэтому ждем продолжения снижения в районе 90. Более того, даже открыли сегодня еще одну шортовую сделочку. Вот здесь. Потому что у нас вверх прошел зигзаг в Сбербанке. Мы опять скорректировались в район зоны покупок вот с этим большим объемом. И пока возобновление какое-то не очень здесь хорошее. Поэтому я считаю, что мы ниже будем проходить. И увидим наши целевые значения в районе 90 рублей за акцию. Если хотите, значит, поторговать по моим сигналам, можно перейти на Boosty. Здесь оформить подписочку. Вот здесь с правой стороны можно подписаться на стримы, на долгосрочный портфель, можно подписаться на мои сделки. Подписавшись на сделки, вы получите доступ также и к стримам бесплатно, и к долгосрочному портфелю. После подписки вы получите доступ к телеграм-чату, где я подробно объясняю все входы. То есть вот у нас чатик. Здесь вот я подробно объясняю логику этих сделок, зачем мы входим, когда мы закрываемся, стопы переносим. То есть все очень открыто и, то есть, прозрачно и все понятно. То есть сделочки мы ведем. Также есть у нас таблица со всеми сделками, где ведется отчетная статистика. Сейчас покажу. То есть по закрытым сделкам на текущий момент за полтора месяца 28% плюсом к депозиту. Плюс, если мы закроем все Сбербанки и РТС, которые у нас шорты открытые, я думаю, там больше 33-35% будет по всем сделочкам. В общем, ссылка будет внизу, в описании. Подписывайтесь на Boosty. Всем спасибо, удачи и профита!